кому не нужный блог? Мы сидим и записываем. Никому не нужный блог. Чудесное исполнение. Буду играть еще. Так, погодите, что-то это не джаз-мануш. Та-дам! Карантинное приобретение мое. По-моему, ее зовут Нина. Сейчас будет жарко. Я музыкально соединюсь с Ордановским в порыве страсти в любой день недели. Как и все девушки в темнеет. Пиу-пиу-пиу-пиу. Ничего не происходило, я просто поиграл на этом, на этом. Крым, 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 Крым. Хочу сгонять в Крым на недельку, посоветуйте, пожалуйста, лучшие места, которые обязательны к посещению для того, кто никогда там не был. Пожалуйста. Никому не нужный блог снова манит нас автомобильными штучками. Стабильность. На этот раз речь пойдет про полировку фар. Полировать пластиковые фары достаточно легко. И это даже бесплатно, если у тебя есть шлифовальная машинка, 500-е, тысячное зерно, паста Гои. Я что-то чекнул, что у меня всего этого нет. А если это купить, то выйдет дороже, чем просто заехать и полирнуть фары в салончике. В Яндекс.Картах быстро нашел местечко рядом с домом. По 500 рублей за фару. Полирнем, посмотрим на разницу. Вот оно, если что. 17-я линия Васильевского, 66. Проезжаем по дворику. Ну совсем другое дело же. Теперь в темноте будет дорогу видно. Опаньки. Спасибо, было круто.